городе функционируют 145 спортивных объектов, 55 залов, 2 стадиона, более 70 площадок. В крупных секциях ежедневно к здоровому образу жизни приобщаются около 14 тысяч ребят и девчат, а общий охват горожан спортом превышает 25%. Это лучший показатель в России. По итогам 2015 года постановка спортивно-массовой работы признана лучшей в республике и получила первое место. Хасавюрт – один из самых молодых городов по составу населения. Ежегодно из стен средних специальных учебных заведений выходят тысячи квалифицированных специалистов, способных поддержать курс развития Республики Дагестан. В городе успешно функционирует созданный в 2004 году многофункциональный молодежный центр. Он был открыт для всех желающих поделиться идеями, реализовать свои проекты, с пользой провести время, внести вклад в развитие Хасавюрта. Хасавюрт право гордится за достижением работников культурной сферы. Его центральная библиотека имени Расула Ганзатова открывает читателям широкую дорогу в мир информации и знаний не только своего региона и России, но и к мировым образовательным и культурным ресурсам, снискала большую популярность за рубежом. Границы Дагестана перечеркнула известность и городских хореографических ансамблей «Молодость Дагестана», «Эхо», «Гор», «Хасавюрт» и «Планета детства», которые не раз становились победителями призерами всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. С каждым годом укрепляется материально-техническая база учреждения образования, культуры и спорта. Хасавюрт располагает крупнейшим в республике дворцом культуры и дворцом спорта на 5000 мест, нескольким центрами культуры, свыше 40 клубными формированиями, школы искусств и художественной школы. Культуру массы несут 4 творческих коллектива, ансамбли, детские ансамбли, более сотни культработников, усилиями которых в Хасавюрте ежегодно проводится до 200 массовых мероприятий с охватом более 125 тысяч горожан. Работники городской культуры, помимо всероссийских и республиканских, участвовали в международных песенных и фольклорных фестивалях «Европа, Россия, Азия, Турция, народов Турции», «Дни Дагестана в Париже», «Каспийские берега дружбы», «Мир Кавказа», «Кавказ, единая семья» и других. Сегодня в торжественной обстановке мы открыли школу номер 9 в микрорайоне «Аэродром». Это событие было самым ожидаемым для многих жителей микрорайона. Школа станет обителем знаний для многих поколений учеников. В нем созданы все условия для комфортного учебного процесса. Ко дню учителя будет сдана школа на 1000 мест в микрорайоне «Юбилей». Мы не без гордости говорим об образовании, которое у нас на лидирующей позиции в республике. В 2016 году система образования города по рейтингу уже 8 раз признана и получила первое место. Наши школьники с успехом принимают участие во всевозможных олимпиадах во всей стране. Традиционной стала олимпиада «Будущее Кавказа» по 6 предметам, которые проводятся среди учащихся Северо-Кавказского федерального округа. Эта олимпиада с каждым годом расширяет свою географию. На территории города Хасавюрт функционирует ряд 13 объектов здравоохранения, из них 7 частных. Медицинское учреждение обслуживает не только жителей города, но и ближайшие районы и жители Чеченской Республики. Существенный вклад в экономическое развитие города вносит средний и малый бизнес, который можно назвать градообразующим сектором экономики, в которых задействовано около 60% трудоспособного населения города. Забота о детях, людях старшего поколения всегда были приоритетным направлением работы городской администрации. Свою деятельность успешно осуществляют социальные центры, которые получают благодарность от подопечных за проявленную теплоту и заботу. На наше торжество приглашены представители старшего поколения хасавюртовцев, которые в разные годы возглавляли город, городские предприятия и организации и внесли большой вклад в становление города, создание социально-экономической инфраструктуры. Среди них сегодня здесь присутствует Лебедева Ольга Сергеевна, которая возглавляла город долгие годы. Она специально приехала из Москвы. Давайте от вашего имени рад приветствовать. Хасавюрт – это особый город. Тут миром проживают представители более 3 десятков национальностей. Это город, где главными достопримечательностями являются его жители. В этот праздничный день желаю всем жителям Хасавюрта и его гостям счастья, здоровья, новых побед, а нашему городу дальнейшего развития и процветания. Идем в город, уважаемые друзья.
Зайнутдин Дагарбекович, коль вы упомянули о Ольге Сергеевне, я предлагаю вам вручить, естественно, приятная миссия. Действительно, действительно. За большой вклад. Укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в социально-экономическом развитии города и в честь празднования юбилейной даты 85 лет со дня присвоения статуса город Хасавюрт и 170 лет со дня основания Слободы постановляю присвоить почетное звание почетный гражданин города Хасавюрт Лебедевой Ольге Сергеевне. Мне говорят, эта улица такая-то, такая, это такая, очень приятно.
Но я бы хотела обратиться с просьбой. Вы знаете, много лет работала в нашем городе Надежда Николаевна Ткаченко. Она очень много сделала для города. Она работала в Кизилюрте, потом занимала ответственные посты в Махачкале. И она была в Махачкале, но перед смертью она сказала, что меня надо похоронить не только по визите в Хасалют. И сегодня могила здесь находится. Хасалют для нее родной город. И я бы хотела обратиться к руководству, рассмотреть возможность присвоения одной из улиц имени Надежды Николаевны Ткаченко. И думаю, горожане мне тоже. Спасибо большое за это. Ну и еще одна приятная миссия у Зайдента Дагевича – это благодарность муниципального образования городской округ город Хасавюрт выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность консультанту управления администрации главы и правительства Республики Дагестан по внутренней политике Абдулмуталибову Абдуле Насибовичу. Спасибо большое. Ну, сегодня в зале у нас много гостей, и я думаю, что многие захотят выйти и сказать пару теплых слов в адрес нашего города. И я хочу предоставить слово Юсуфову Раюдину Айдикадиевичу, заместитель председателя правительства Республики Дагестан, министр экономики и территориального развития Дагестана. Уважаемые друзья, уважаемые хасавюртовцы, уважаемый Зайнутдин Дадабекович, Хасавюрту сегодня 85 лет. Много или мало? Если рассмотреть нас с вами, я имею в виду человеческий вопрос, это довольно-таки солидно. А если с точки зрения административно-территориального отделения, с точки зрения формирования муниципального образования, это всего лишь младенческий возраст. Но и за этот возраст, младенческий, в городе Хасавюрте сделано очень много. Хасавюрт состоялся как муниципальное образование. Хасавюрт сегодня ассоциируется с деловым центром. Хасавюрт сегодня образовательный центр. Хасавюрт сегодня культурный. Хасавюрт не только сегодня спортивный. И мы сегодня с вами были свидетелем открытия двух великолепных объектов города Хасавюрта. Школы и Центра традиционной культуры народов России. Поверьте мне, и то, и этот объект были, как бы вам сказать, построены душой. И когда видишь тех детей, которые пришли в школу, и особенно детей, которые занимаются искусством, культурой и так далее, слезы радости наворачивались на глазах жителей Хасавюрта. Приятно, отрадно отметить, что здесь сформировалась хорошая команда, административная команда. Многие годы городом руководил Сагитпаша Дарвишевич. И преемственность не только поколений, но и управление сегодня наблюдается в городе Хасавюрте. Я хочу сказать, что по многим показателям социального и особенно экономического развития сегодня город находится и занимает передовые позиции. Но самое большое достояние любой территории, любого муниципального образования – это люди. Это граждане Российской Федерации, которые проживают здесь. Я вам всем хочу пожелать удачи, здоровья, старшему поколению. Если вы позволите, я чуть-чуть перефразирую слова Владимира Владимировича Маяковского, не Путина. Да. Я знаю города быть, я знаю саду цвесть, когда такие люди у нас в Хасавюрте есть. С праздником, дорогие хасавюртовцы! Позвольте мне и от имени главы Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулатипова, от имени Народного собрания, от имени правительства Республики Дагестан, от себя лично пожелать вам удачи, здоровья, счастья, благополучия каждой семьи,
бараката каждому жителю не только Хасавюрта, но и Дагестана. Мы с праздником вас, дорогие мои. Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется первому заместителю министра по национальной политике Республики Дагестан Давыдову Гаруну Абдусаламовичу. В случае 85-летия со дня основания города Хасавюрта. Ваш город может по праву гордиться своей богатой и славной историей, основанной в 1846 году. Как военное укрепление, город Хасавюрт стал свидетелем незабываемых исторических событий. Получив благодаря бурным темпам индустриального роста в 1931 году статус города Хасавюрт усилиями его жителей превратился в аграрно-промышленный город. В тяжелые годы Великой Отечественной войны 11 тысяч сыновей и дочерей Хасавюрта стали на защиту родины. Среди них известный военачальник маршал интендантных войск Михаил Воробьев, герой Российской Федерации Абдулхаким Исмаилов, возвративший знамя победы над Шейхстаном. Не менее важен подвиг трудового населения города, который помогал снабжать фронт продуктами, необходимыми товарами, возводила оборонительные рубежи по реке Теле, собирала средства на строительство военной техники. Честью достоинством хасавюртовцев выдержали еще одно испытание. Защитили свой город в 1999 году от банд формированных Хатаба и Басаева. Благодаря достижениям знаменитых хасавюртовских спортсменов, чемпионов Дагестана, России, Европы и мира, Олимпийских игр, которые поднимают престиж спорта в Дагестане на самый высокий уровень, Хасавюрт по праву может считаться центром спортивной жизни республики. Ростом и настоящим, руководимого вами город, перепутали судьбы представителей почти 40 разных народов. Их объединяют общие идеи справедливости, традиционные для дагестанских народов дружба, добрососедство. Это тот фундамент, который способствует социально-экономическому росту и процветанию города Хасавюрта, утверждая достоинство каждого человека, независимо от его национальной и религиозной принадлежности. Жители города вносят значительный вклад формирование будущего нашей республики, развитие традиций и обычаев, сохранение межнационального мира и согласия. В этот замечательный день искренне желаю всем хасавюртам здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов, освящения на благо любимого города и всей России. С уважением, министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Кучанова. Мы голове вручаем приветственный адрес. Под ваши аплодисменты, если вы. Слово предоставляется первому заместителю министра культуры Республики Дагестан Телекау Муслиму Пашаевичу. Дорогие друзья, уважаемые земляки, я от души всех нас поздравляю с этим замечательным днем, 85-летием города Хасавюрта, 70-летием со дня образования населения пункта. Наш город дал миру героев Советского Союза, героев Российского труда, героев России, выдающихся спортсменов, чемпионов Европы, мира, Олимпийских игр, выдающихся ученых, видных общественных и государственных деятелей. Хасавюрт отличился и культурной жизнью. Коллективы из Хасавюрта и деятели культуры из Хасавюрта неоднократно завоевывали высокие места на всесоюзном, всероссийском и международном конкурсе. Хасавюрт является центром не только административным, но и экономическим, политическим, но и духовным центром всего Хасавюртовского региона. И все жители этого региона считают себя хасавюртовцы, выходцы из этого города. Мы сегодня, уже здесь говорилось, открыли два замечательных объекта. Это оба объекта, связанные с воспитанием и созданием условий для развития нашего предстоящего поколения. Это и центр традиционного
традиционной культуры народов России и школу в поселке Аэропорт. И, конечно, открытие таких новых социальных объектов будет способствовать развитию нашего подрастающего поколения, развитию нашего города. Уверен, что не за горами и восстановление и развитие промышленного и научного потенциала нашего города, который в советские годы славился серьезной такой развитой промышленностью. Я уверен, что руководство города думает об этом и имеет планы для того, чтобы возродить то былое промышленное значение нашего города на карте республики и на карте страны. Я от души вас всех поздравляю. Пусть живет, здравствует и развивается наш любимый город на благо нашего замечательного, красивого, дружелюбного, многонационального хасавюртовского народа. Муслим Пашаевич, еще пару минут вашего внимания, я думаю. Да. Следующая приятная миссия. Да, почетная грамота. Есть несколько ведомственных отраслевых наград для сферы культурного хасавюрта. И я бы хотел это вспоминать на день с удовольствием случая. Почетная грамота Министерства культуры Республики Дагестан награждается Абдулазизова Алжанат Муратбековна, заместитель директора Дворца культуры «Спартак», город Хасавюрт. Почетной грамотой награждается Кундузов Мурат Арсаналиевич за большой личный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 2000-летия основания города Дербент. Это артист ансамбля «Молодость Дагестана». Почетная грамота большое. Еще раз с праздником, земляки! Ну и следующее слово предоставляется первому заместителю министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Арсланову Арслану Абдулвагиновичу. Дорогие земляки, сегодня, к сожалению, по состоянию здоровья не может принимать участие на наших торжественных мероприятиях министр Саиташа Дарвичевич Умаханов. Он просил передать самые искренние слова, поздравления, пожелания, всего доброго своим землякам. Разрешите от его имени зачитаю приветственный адрес Министерства транспорта, энергетики и связи. Уважаемый Зайнуддин Дадабекович, дорогие земляки хасавюртовцы, от всей души поздравляю вас с 85-летним юбилеем нашего любимого города. Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Имея за плечами славное историческое прошлое, и сложившиеся традиции гостеприимства, добрососедства, щедрости и радушия, город не останавливается на достигнутом. Мы по праву гордимся как историей нашего города, так и современными достижениями и верим в его большое будущее. День образования города не просто праздник, а день рождения всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании город оставил заметный след. День рождения города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями событий, которого ждут, к которому старательно готовятся. Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем, любящих свой город людей, которые ежедневно добросовестно работают в различных сферах деятельности, чтобы по мере своих сил и возможностей помогать своему городу в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельностью, улучшением социальной сферы, повышением качества жизни горожан. Желаю нашему любимому городу дальнейшего развития и процветания. Пусть он радует жителей красочными пейзажами, увлекательными мероприятиями и хорошей погодой.
Хочу поблагодарить всех жителей Хасаюрта за преданность своей малой родине. И желаю всем горожанам крепкого здоровья и благополучия, чуткости и доброты сердец, уважения друг к другу и успехов во всех добрых делах и начинаниях. Спасибо большое. Ну и сейчас слово предоставляется главе Казбековского муниципального района Усаеву Гаджимураду Гаджиевичу. Салам алейкум, добрый день. Уважаемый Саниль Дадабекович, уважаемые хасаюртовцы, конечно, у меня подготовлены здесь специальная речь, но я решил лучше сказать своими словами. Я поздравляю лично от себя, от имени всех жителей Казбековского района, всех хасаюртовцев, жителей хасаюртовского города Хасаюрта с этим юбилеем. Город Хасаюрт, развитие социально-экономического развития для Казбековского района играет очень важную роль. Ежедневно с Казбековского района город Хасаюрт приезжает около 1500 человек на разные работы и так далее. Поэтому мы всегда рады, мы будем вместе, мы будем поддерживать город Хасаюрт. Мы будем рядом. Вы все прекрасно знаете город Хасаюрт, какие только перемены не потерпел. Даже вот здесь вспомнили 99-й год. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, благодаря тогдашнему главе города Хасаюрт, нашему земляку Сагитову Ивановичу Дарбышевцу, нам удалось сохранить мир, стабильность и благополучие этого города. 85 лет – это не возраст для города. Это только развитие этого города начинается от сегодняшнего дня. Я вас всех очень сильно поздравляю. Конечно, у меня есть небольшой презент. Он в зал не помещается, я его передам лично за Леонида Дадабековича. С праздником вас, уважаемые хасаюртовцы, еще раз поздравляю. Спасибо большое. Мы представителя Гумбетовского района Маликов Малик Ахмедович, исполняющий обязанности главы муниципального образования Гумбетовский район. Ассаламу алейкум, уважаемые Зайнуддин Дадабекович, дорогие хасаюртовцы. От имени всех жителей Гумбетовского района от себя лично сердечно поздравляю вас, всех жителей города, со знаменательным событием 85-летним присвоения Хасаюрту статуса города. В календаре современной России много праздников, от общенародных до профессиональных. Но есть праздники, которые хоть и не обозначены календарной датой, но именно по-особенному сближают людей, объединяют их в одну большую семью. Уверен, что еще многие поколения будут дружно отмечать юбилейные даты города. Много героических страниц вписано в историю вашего города. Эти годы самоотверженного труда золотыми буквами вписаны в историю становления и развития Хасаюрта, заложенные десятилетиями традиции самобытности уклада жизни, которые бережно сохраняются и умножаются теми, кто приходит на смену. У вас замечательный, трудолюбивый, целеустремленный и активный, добрый народ. Пусть в вашем городе успешно будут реализованы широкомасштабные программы по ускорению развития экономики, росту благосостояния населения и консолидации общества. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия каждому дому, каждой семье, несекаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне. Еще раз поздравляю. Гумбетовского района небольшой подарок телевизору. Спасибо большое. Слово предоставляется министру по делам молодежи Республики Дагестан Гаджиеву Арсену Руслановичу. Уважаемый Зайнуддин Дадабекович, уважаемые горожане, разрешите мне от всей души поздравить вас с этим замечательным праздником. Ровно 85 лет назад, в 1931 году, из такого небольшого поселка мы сегодня имеем замечательный город, который на самом деле динамично развивается. И в этом, конечно, в первую очередь заслуга.
друга жителей города, которые своим верным, преданным трудом прославляют этот город. И, конечно же, руководству нужно отдать должное за ту работу и то внимание, которое уделяется нуждам и проблемам горожан и города в целом. Вы знаете, я считаю, что это и праздник ветеранов, которые многие-многие годы своим трудом развивали этот город. Поэтому честь им и хвала, и низкий наш поклон. Хасаюрт – это молодежный город, это спортивный город. Слава Хасаюрта как спортивной столицы, она облетела весь мир, и спортсмены, выходцы из Хасаюрта прославляют не только нашу республику, но и всю страну на мировой арене. Чемпионы мира, олимпийские чемпионы – это на самом деле гордость. Я хочу сказать также, что молодежь не только в спортивном плане прославляет нашу республику, но и по многим другим направлениям. И в сфере культуры, искусства, науки. Я буквально даже вот назову отличная команда КВН в городе Хасаюрт. Тут представитель здесь есть, я рад видеть. Отличные танцевальные ансамбли. Вот буквально недавно проходил Всекавказский форум «Мамашу», и буквально был день Дагестана, 8 августа. Именно коллектив города Хасаюрт открывал это празднество, на котором присутствовало руководство полномочного представительства. Гости из других субъектов Российской Федерации, и на самом деле мы все под большим впечатлением. Поэтому я хочу поблагодарить молодежь города Хасаюрта, как министр по делам молодежи, и благодарю за участие. Я думаю, у нас есть небольшие награды тоже, да? Да. За добросовестный труд и личный вклад в реализацию молодежной политики Республики Дагестан почетными грамотами Министерства по делам молодежи награждается Касумов Рамазан Магомедович, директор филиала Дагестанского государственного университета города Хасаюрт. Студенческая молодежь города Хасаюрта, поэтому отдельная благодарность вам, Рамазан Магомедович. Уважаемые хасаюртовцы, дорогие друзья, от души поздравляю сегодня с этим торжественным днем, замечательным праздником. Хочется сказать, что город Хасаюрт и Дагестанский государственный университет, они ровесники. В этом году Дагестанский государственный университет тоже отмечает свой юбилей 85 лет. Как говорил наш великий поэт Расул Гамзатович, Дагестанский государственный университет – это самая светлая сакля в Дагестане. Это в самом светлом городе Республики Дагестан находится самая светлая сакля в этом городе – это филиал Дагестанского государственного университета. Спасибо. Еще раз поздравляю. И это правда, Рамазан Магомедович. Также награждается Асланалиева Асият Саидид Расуловна, начальник отдела по делам молодежи и туризма города Хасаюрт. Позицию. Во всех республиканских проектах и мероприятиях Асият представляет город Хасаюрт, молодежь города Хасаюрт, это именно в том числе ее большая заслуга, поэтому еще раз бурными аплодисментами Асият мы поблагодарим. Также награждается редактор спортивных новостей телеканала «Гелиус», победитель российского форума «Территория смыслов» Дациев Арслан Русланович. Thank you.
День добрый. Так, конечно, для начала хочется поблагодарить вас, Министерство по делам молодежи, за ту огромную работу, которую вы проводите. Проводите на протяжении уже многих лет, и я в буквальном смысле продукт той самой работы. Вот. Буквально 5-6 лет назад начались свои первые форумы, молодежные проекты. И именно тогда, вот, на сегодняшний день я не представляю своей жизни без этого, без этих регулярных поездок, без командировок. За это время, за короткий срок, только в социальных сетях мы набрали вот миллионы просмотров. Это передачи, которые описывают жизнь именитых титулованных спортсменов. Во многом хочется, конечно, поблагодарить первоначально прежнее руководство нашего города. Это министр транспорта, энергетики и связи Сайпашов Маханов. Конечно же, заместитель Хасан Абдулагидович, который помогал на протяжении очень многих лет в моих начинаниях, поддерживали меня морально, душевно. И сегодняшнее, конечно, руководство в лице Зайнутдина Акмазова. Сегодня Министерством по делам молодежи действительно проводится огромнейшая работа. Они привлекают молодых детей, подрастающее поколение с различных уголков нашей республики. Конечно, хочется поблагодарить комитет по спорту нашего города, комитет по делам молодежи в лице Асия Тарсаналиевой, моих родных, маму, вас, зрителей, за то, что всегда рядом и за то, что всегда поддерживаете. Спасибо. Ну, эмоции переполняет, конечно. Ну и еще награждается начальник управления образования города Хасавюрт Ибрагимов Руслан Мамланович. Руководители всех учебных заведений нашего города. Это Алижанова Зулаева Рахмаевна, Сулейманов Магомед Сулейманович. Так, Алижанова Зулаева Рахмаевна, директор Республиканского колледжа сферы услуг. Сулейманов Магомед Сулейманович, директор Республиканского педагогического колледжа. Бексултан Абдурагим Абдулзакидович, директор Республиканского аграрно-экономического колледжа. Ахмеднабиев Алиасхаб Каримулаевич, директор Республиканского аграрно-инженерного колледжа. Ваши аплодисменты этим людям тоже. Предоставить слово нашему Омарову Зайбудину Ладуевичу, председателю Совета ветеранов первичной ветеранской организации «Город Хасавюрт». Салам алейкум, здравствуйте, уважаемые горожане. Все, что я хотел здесь сказать, предыдущие ораторы уже сказали. Это великий день. Великие люди здесь, в этом городе, живут. О достижениях сегодня многое сказано, но я хочу сказать еще об одной мужественных людях, которые всегда стоят и будут стоять на страже нашего города, на страже нашей чести и достоинства Дагестана и всего нашего Отечества. От имени, руководства отдела имени России по городу Хасавюрта, отличному составу, от ветеранов, от 63 погибших сотрудников органов внутренних дел их семей, я хочу вас поздравить с этим великим праздником. Вчера весь мир посмотрел на телевизоре, как награждали нашего земляка посмертно, Героя Российской Федерации. Его слова на подлый вызов подонков, которые хотят выбить это знамя из наших рук. Сегодня его ответ – работаем, братья. Это девиз нашего духа, нашего мужества. Это стальной стержень дагестанского народа.
Я хочу, значит, поздравить еще с этим праздником. Удачи, процветания. Как красиво вписываются вот эти слова, которые там стоят. Люблю тебя, мой Хасавюрт. С праздником вас. Каждая эпоха оставляет свой след на облике города. С годами города меняются, так же, как и люди. И в каждый период у них свой облик, свои достоинства. Даже с изменением времени года Хасавюрт кажется разным. Он и теплый, с цветущей сиренью и зелеными листьями клена, и осенний, с разноцветным листопадом, дождем, ветром и лужами. Зимний, холодный, с хрустящим снегом под ногами и пушистые снежинки в небе. Все это, естественно, повторяется из года в год. Но каждый год есть свои изюминки в каждом году. Что-то свое новое, непохожее, но это и есть мой любимый город Хасавюрт. Северная столица Республики Дагестан в 2016 году празднует свой 85-летний юбилей. Город является отображением современного Дагестана во всем его многонациональном разнообразии и примером межконфессионального и межнационального мирного сосуществования. В начале 20-го столетия население Слободы составляло 12 тысяч человек. Учитывая роль Хасавюрта в экономике и социально-политической жизни округа, слободское общество неоднократно ходатайствовало о преобразовании Слободы в город. В 1931 году Слобода была утверждена в статусе города. За время его существования он перенес немало потрясений, перемен и испытаний. Войны горожане показали себя настоящими патриотами своей родины. Маленький провинциальный город воспитал 11 героев Советского Союза, один герой России и один полный кавалер Ордена Славы. Праздник Победы в Хасавюрте всегда отмечался широким размахом. В городском парке Победы принимают участие трудовые учащиеся коллективы, организации, частные предприятия. Главной изюминкой действия является прохождение маршем по главной улице перед ветеранами войны, победителями, благодаря которым будущие поколения живут под мирным небом. Образование в Хасавюрте на хорошем уровне. Об этом красноречиво говорят высокие результаты, которые традиционно показывают работники образования и признаются лучшими в республике из года в год. В Хасавюрте на базе гимназии номер 3 проводится Всероссийская олимпиада СКФО среди учащихся 9, 10 и 11 классов «Будущее Кавказа». И на ней городские школьники также признаются лучшими. Форум из года в год развивается и постепенно расширяя географию, включая в себя не только регионы Российской Федерации, но и другие страны мира. К своему юбилею в плане спорта Хасавюрт подошел с более чем 2 десятков культивируемых видов спорта. Свое развитие на традиционном высоком уровне продолжает вольная борьба. Традиционный межконтинентальный кубок мира по вольной борьбе в памяти прославленных борцов 19-20 столетий проводится ежегодно в северной столице Дагестана. В спортивном зале имени Гамида Гамидова, где размещается более 5000 зрителей, истинных любителей вольной борьбы, сотни и тысячи спортсменов оттачивают свое спортивное мастерство. Организаторы турнира, ныне трудящихся на посту министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Сагипашан Маханов и глава администрации муниципального образования, затем успешно работавший на посту министра спорта Республики Дагестан, безвременно ушедший от нас Аслан Муртазалиев, видели в этих турнирах не только дальнейшее развитие вольной борьбы в Дагестане и России, но и укрепление дружеских отношений и спортивных связей между народами России и стран всех континентов. Кстати, на подобные турниры в Хасавюрт приезжают сборные команды 25 стран мира. В сентябре 2015 года Сагипаша Умаханова в связи с переходом на более высокую должность правительства Республики Дагестан министром транспорта, энергетики и связи, ныне почетный гражданин города Хасавюрт официально подал в отставку. И 22 октября единогласным решением собрания городских депутатов на этот пост был избран Замдин Акмазов. Я уверен, что глава муниципального образования будет такой глава, который нужен для нашего города.
начинали, я думаю, она завершится тоже качественно. Есть хорошие у них показатели. Хасавюрт продолжает свое развитие во всех направлениях. Регулярно открываются новые объекты. В декабре 2015 года открылся новый детский сад «Светлячок» на 240 мест. На торжественной церемонии открытия принял участие представитель правительства Республики Дагестан Абусамат Гамидов. В 2016 году были открыты несколько социально значимых объектов. После капитальной реконструкции с участием главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Блатипова был открыт детский сад «Звездочка». Были завершены два подобных объекта, рассчитанных в общем на 400 мест. Также внимание уделяется среднему образованию. Свою работу после расширения, по сути, постройки нового здания начала 9-я школа в поселке Аэродром. В другом развивающемся поселке Юбилейный на стадии сдачи в эксплуатацию школа, рассчитанная на 1000 ученических мест. Это поспособствует работе в соответствии с новым стандартом образования, а также новым рабочим местам. После капитального ремонта свои двери распахнул Дворец культуры «Спартак», на котором проходят практически все значимые в культурной жизни города события. Здесь репетируют и творчески развиваются молодые и талантливые люди, которые стремятся в будущем громко заявить о себе на сценах страны. Что касается молодежного направления, это отдельная страница жизни города. В авангарде всего населения по Союзу всегда представители учащейся молодежи. Студенты вузов и СУЗов активно участвуют в разнообразных городских мероприятиях. Создан волонтерский корпус «Хасавюрт 85» специально к юбилею города по инициативе отдела по делам молодежи и туризма принял участие во всевозможных молодежных акциях. Безопасность в городе обеспечивается плодотворной совместной деятельностью организации и ведомственных управлений, входящих в состав антитеррористической комиссии города «Хасавюрт». Большое внимание уделяется молодежи, его духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. «Хасавюрт» продолжит свое развитие по всем направлениям – экономическом, социальном, спортивном и культурном. Географическое положение города и доступность рынка сбыта делают «Хасавюрт» привлекательным в плане инвестиционного климата. Немаловажным фактором при этом служит транспортная доступность города, наличие в нем железнодорожного сообщения. Перед городом впереди стоят большие задачи, которые предстоит выполнить. Но, как говорит глава Хасавюрта Зайнуддин Акмазов, совместная добросовестная работа в направлении созидания – это ключ от решения любых задач. Поэтому важно, чтобы вклад в будущее вносили люди, которые любят свой город и будут прилагать все усилия для его процветания. Для каждого человека Родина – это сугубо внутреннее ощущение. Родину нельзя, так же, как и слово «счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно это страна, где родился и вырос человек. Родина – это место, где он провел лучшие годы своей жизни, детские годы. Это его судьба, которой он ощущает свою сопричастность. Ровесник города Юбиляра, участник Великой Отечественной войны Александр Семенович Макуха и народный вокальный ансамбль «Планета детства». Yeah.
солнечными крышами, веселыми глазами окон по вечерам, злым ветром, городским парком, с нахальными воробьями, бесцеремонно усевшими на голову великих мыслителей. Это улицы с мороженым, цветами, квасом летом. Это школа с ее классными кабинетами, последним звонком, первоклассниками с мамами, папами, дедушками и бабушками, крупными, как горошины, слезами, школьной столовой, гардеробной и очень строгой библиотекаршей. Мой город – это городской вокзал с его вечной суматохой, криками, узлами, корзинами, чемоданами, смехом, паровозом, кутком и прощальными напутствиями. Это центральный рынок, где все расхваливают, где у всех самое лучшее. Самый сладкий виноград, самый спелый чернослив, самые румяные яблоки, самые спелые арбузы и даже самый пчелиный мед. Словом, везде все только самое, самое и самое. Родина – это место, где ты родился, где сделал свои первые шаги. Пошел в школу, нашел друзей, настоящих и верных. А еще это место, где человек стал человеком, научился отличать плохое от хорошего. Нет дороже места, где ты родился и вырос, а также то, где долгие годы живешь. Любимый город, город Хасавюрт. Мечта не забыть вовеки милый.
Хасавюрт, художественный руководитель, заслуженный артист Республики Дагестан Залимхан Гамзатов.
Вокальный ансамбль «Мелодия», художественный руководитель Соня Габипова. Жемчужина.
моя печаль уйдет и грусть, если ты услышишь сердце Дагестана. Навсегда полюбишь Хасаю. Художественный руководитель Альбина Джалаева. Лауреат международного фестиваля исполнителей на народных инструментах Марат Акаев. Хореографический ансамбль «Эхо Гол». Художественный руководитель Восточной артист Республики Дагестан Даутбек Гасанов. Сама по мне, доктор, не знаю, маршрут надо смотреть.
мелодия. Oh,
Песня о Хасавюрте. Нариман Авшагов. Республики Дагестан, заслуженная артистка Ингушетии Мадина Ахмедова. Yeah.
И горы серебристой дымки за окном. Это все Родина.